тебя недавно родилась дочка. Сколько ей сейчас, напомни? Уже вот 12 апреля будет годик, юбилей. Скажи, твои тренировки, твой режим, а в чем поменялся после рождения ребенка? В чем? Благо у меня супруга святая, и поэтому она меня как не мучает лишними, да, какими-то заботами, ночными посиделками и так далее. А чем изменился? Я только больше плюсов. Больше провожу дома времени, соответственно, больше такого режима, да, домашнего. Вот, и как бы при удобном случае просто находимся дома и проводим время вместе. Ты сам напомнил по поводу твоей супруги, как сильно она тебе помогает. Как бы ты оценил вклад ее в твою карьеру? Да это неоценимый вклад в мою карьеру. Ну, одно без другого не бывает. Если у тебя не налажена семейная жизнь, ты начинаешь слишком много времени тратить на какие-то случайные связи, поиски чего-то, какие-то встречи и так далее. То есть без этого вообще, как бы, я считаю, карьера бодибилдера, она вообще, в принципе, я думаю, невозможна. Андрей, ты наверняка, можно назвать себя одним из самых популярных спортсменов-любителей. В чем секрет твоего успеха? Секрет успеха, наверное, тяжело сказать, ты знаешь, наверное, как-то тут и важна и харизма, и так далее, и так далее. Но вроде как у других тоже есть харизма, просто она какая-то другая, можно. И с другой стороны, одно из, я считаю, моих таких отличительных особенностей – это мой фанатизм до сих пор в этом деле. И своим фанатизмом я заряжаю других, мотивирую, да, и поэтому люди там смотрят мои видео и так далее, мотивируются сами, поэтому, собственно говоря, уважают меня. Вот, я тебе могу сказать свое мнение, почему ты популярный. Расскажи. Да искренне. Это одна из самых, мне кажется, ценных, одно из самых ценных качеств, которое помогает людям достижению успеха. Мы сейчас смотрели выступление Кая Грина, и твой он друг. Он искренне. Да, и твой друг Ваня Кочетков, мы с ним общались вчера. Он говорит, знаешь, говорит, вот Фил Хит приезжал в Москву, большого стремления, желания с ним встретиться, пообщаться не было. А с Каем Грином есть. И вот мы как бы думали, почему вдруг он искренне Кай Грин, он искренне радуется, он искренне злится. И вот это вот очень подкупает и располагает по отношению к себе. По поводу искренности Кая Грина и по поводу искренности Хита, здесь я хочу сказать, что все-таки Ваня Кочетков, мне кажется, он просто очень любит Грина. Я общался и с Грином, я общался и с Хитом. Они оба были у меня в клубе, в Google-жиме. Я скажу, что Хит – это тоже человек с большой буквы, чемпион с большой буквы и личность с большой буквы. И я бы не сказал, что он не искренний. Он тоже большой молодец. Ты знаешь, если мы так уж с тобой откровенно разобщались, я тебе скажу, что больше посмотрят людей, конечно, Кая Грина. Но Кая Грин – это больше актер. Он больше трагедии в Кая Грине. Он вылез из трущоб, он достиг всего сам в своей жизни и так далее. Но мне лично больше импонирует история Хита. И все мы люди, и у всех у нас есть проблемы. Вот мне тоже пишут там, увидели там новый автомобиль или еще что-то. И проще навешать ярлыков, что ты мажор, что ты сам ничего не добился, что у тебя все круто. Если люди видят улыбку, они сразу думают, да, у тебя все круто, а на самом деле я живу, у меня все плохо, у меня нет денег и так далее. Так, дружище, что тебе мешает это сделать? И как раз таки, почему я импонирую, если выбирать из этих двух фильмов, фильму Хита, потому что он идет с улыбкой по жизни. И несмотря на все проблемы, все мы знаем, что у него тоже там и жена болела раком и так далее, и так далее. У всех есть проблемы. Несмотря на это, он продолжает идти с улыбкой. И вот так вот. То есть я больше все-таки за позитив. Кого можно назвать сильнейшим культуристом-любителем по итогу 2014 года? К сожалению, или, может быть, к счастью, не знаю, лидера я не выявлю, потому что нет человека, как был в свое время там Кадзоев. Ну, он и сейчас есть, он просто не выступал, да? Либо, если брать профессионалов, Ронни Коллиман, когда он был на голову выше других. Примерно ситуация, как сейчас и на Олимпии.
Вот кто больше там впечатлил? Кого-то больше кайф впечатлил, кого-то больше фил впечатлил. Потому что нет разницы на голову выше, понимаешь? Вот. Поэтому мне лично импонируют пропорции. Я вижу перспективу больше в Величко, к примеру, да? Но с точки зрения как бы стабильности формы, больше Кулаев, наверное, подходит, да, на этот вопрос, потому что он стабильно укладывает хорошую форму, вот, и так далее. Если брать каких-то более легковесов, конечно, нельзя не отметить из Екатеринбурга Колясников. Колясников Саша тоже мега качество, мега глубина для своей категории. Но, так скажем, небольшая есть, наверное, все-таки ограниченность, да, то есть он, мне кажется, не сможет набрать там и перейти там свыше 100, да, то есть вот так вот. А насчет Александра Кадзоева, как ты оцениваешь его шансы в ПРО и где, как ты думаешь, он выступит более успешно, в номинации 212 фунтов или все-таки в открытой? Здесь бы он тебе позвонил, спросил, Андрей, где ты думаешь, мне лучше выступить, в 212 или в открытой? Я бы советовал всегда начинать с меньшей категории, потому что перейти всегда можно. Вот, набрать баллов, понятное дело, что конкуренция выше в открытой категории, да? И с этим никто не спорит. Набрать немножко баллов, к примеру, в этой категории, и все респектнут, если ты перейдешь в более открытую, согласись. Флекс Льюис хочет это сделать уже который год, да, но все как-то думает. И, безусловно, это заслуживает респекта. Если его уже все узнают во всем мире, как достойного атлета в 212, если он перейдет, это будет очень круто. Вот. Шансы очень высокие с точки зрения спортсмена. Вот. Еще бы вот в Сашу, ну, к сожалению, ну, для идеального бодибилдера ему не хватает в Сашу немножко засунуть бизнесмена. Вот. Тогда все будет хорошо. То есть Саша всегда полагается на идеальную форму. И это действительно так. В любителях он всегда номер один. Я считаю, откровенно скажу, Саша – это лучший любитель в мире. Вот. Но достаточно ли одной формы в профи? Увидим. Увидим. Как ты оцениваешь форму Фатеева? И я тебя сразу потом оставлю на растерзание поклонников. Фатеев, Виталя, если ты меня слышишь, ты просто красавец. Я смотрел трансляцию. Фатеев – мега респект. Видно, что человек просто потратил год только на вот этот турнир. То есть настолько профессионально подошел. И когда я увидел, как он смотрится в линейке, какой он глубокий, какой он наполненный, и как он себя, самое главное, ведет, он жил на сцене, и он вообще не терялся. Красавчик. Такого не было при всем уважении к Шелестову, да. То есть он просто реально, он бодался. И это прям у меня прям все играло внутри. То есть, ну, скажи, по-куйски, ведь он терялся даже на фоне Фатеева. Он не так интересно смотрелся. Ну, понимаешь, там можно тасовать на самом деле, да? Если там досконально сравнивать там даже с Рули там, и так далее, возможно, даже будут вопросы. Спереди, мне кажется, он даже поинтереснее Рули смотрелся. Да. Вот, сзади, понятное дело, там немножко спина, да? Вот, то есть, понятное дело, мы-то за Виталю. Вот. А людям Виталия, это вот первый раз увидели человека, да, все-таки Бен Покульский – это известный персонаж. Вот. Я думаю, что если будет все в таком же темпе… Андрей, спасибо за беседу, отправляю тебя к твоим поклонникам. Спасибо. Супруге большое спасибо.